В Лос-Анджелесе уже в марте по делу Вячеслава Воинова начнется суд. Перед присяжными бывшему игроку челябинского «Трактора» предстоит доказывать свою невиновность. Напомним, челябинца обвиняют в домашнем насилии. Полиция США задержала спортсмена в американской больнице, куда он привез свою жену. У женщины текла кровь из головы. Марта Варламова позднее заявила, что муж ее не бил. Она сама упала на кухне и ударилась головой. Но правоохранительные органы считают, Воинов ударил супругу по лицу, а потом бил ногами. Спокойный пацан, он наоборот, как-то все в себя уходил и как-то в себе это переваривал. Он как бы переживал такое, ну, чтобы вот агрессии, там, например, там некоторые там клюшками там стучат, там ломают или еще. Но такого за ним не было. Кстати, в случае обвинительного приговора Воинову грозит до 9 лет тюрьмы.